уж больно ты грозен, как я побежу. Крестьянские дети, кому на Руси жить хорошо, мать. С творчеством Николая Некрасова знаком, пожалуй, каждый, кто любит книгу. Школа искусств классика посвятила вечер 200-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя. Сейчас нашему поколению стоит воспринимать писателя не только как вот мастодонт литературы, как великий из великих, но еще и просто как людей. Потому что, например, до постановки сегодняшней я даже не мог предположить, что Некрасов, который писал такие поэмы, как «Кому на Руси жить хорошо», смог в 20 лет написать юмористический водевиль просто о жизни. Это стихотворение, которое я прочитала, оно достаточно трагичное, и для меня это было сложно передать эмоции матери, эмоции, которые испытывают люди на войне. И подготовка тоже была достаточно эмоциональной. Любовь, сострадание, сопереживание. Произведения Некрасова трогают все струны души, говорят ребята. Гости творческого вечера узнали немало интересных фактов из биографии классика. Большую часть своего творчества поэт посвятил детям. Очень хотелось показать, открыть Николая Некрасова для нашей публики в разнообразии. Не просто как поэт гражданской лирики, он великий поэт гражданский лирик, великий, но и как глубоко чувствующий, как очень тонкий, ранимый, вот, как любящий человек, любящий, какие у него стихи о матери, какие стихи о детях, фантастические. Иван занимается в театральной студии около года. Сегодня ему досталась роль в ранней пьесе Николая Некрасова «Актер». Старался погружаться в происходящее, полностью отдаваться своей роли и играть на одном дыхании, признается молодой артист. Ты мне лучше скажи, как твой тот сынишку-то моего просматривает? Все после узнаете, матушка Ксения Дмитриевна. А сейчас не угодно ли сперва закусить, да отдохнуть с дороги? Что? Отдохнуть? Пишу это вообще какой! Уж не умысла ли какие! Мне нужно часто менять эмоции из-за происходящих событий. Сначала я спокойный достаточно, потом меня начинает происходящее подбешивать. В конце концов, это все выливается в жуткую истерику. Естественно, это тоже надо отыграть, чтобы это было правдоподобно. Юные артисты выступили с полной отдачей и постарались передать всю красоту произведений великого русского литератора. Аплодисменты зала стали лучшей наградой за мастерство. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».